Варим алюминий. Поставили железную чашку, накрыли железным половником. Открой-ка его. Покажи. Вот он, вот такой вот он. Надо обязательно накрывать, чтобы была банька внутри этой чашечки. Песка у нас нету, мы землю просто обожгем и вставим в нее пластилиновую формочку. Решили железную крышечку положить в банке земля, в банке стеклянная. Оставшуюся форму попробуем залить в стекло, посмотреть, что получится. Стеклянную бутылочку. Вот перемешиваем, и у нас он, в принципе, уже сложится. Алюминий. Золото 19 века. Ну, сейчас еще сколько-то времени, думаю, начнем выливать. Сейчас крышечку обожгем, в которую будем форму заливать, чтобы ее краску сжечь, чтобы она нам не мешалась. Вот немножко нагреем. Вот, сожгли краску. Заодно пускай она остынет. Это у нас парится в баньке. У нас, значит, просто вот этот уголь. И 4 камушка. И плавим. Все, начинаем заливать. Остальное в бутылочку. О, лопнула, бутылка не выдержала. Хотя у них температура плавления 1000 градусов. Надо было подождать. Их, блин, чуть не стекло. Что, и другая лопнула? Или это все это же первое? Да. Надо было немножко подождать. Его надо было поставить, чтобы он остыл чуть-чуть. Все, уж больше не будет лопнуть. Я же поэтому и хотел парометром замерять. Пирометром или какой-то. В общем, вот это вот то, что давай около бутылочки трогай. Ну, бутылочки. Вот у нас это лепешечка получилась из стекла. А которая в форме железной у нас, мы просто ждем. А, и эта бутылка. Не трогай ее, пока она застынет. Подождем, пока застынет. Ждем, пока остынет это. Не знаю, сколько времени. Первый раз вообще делал. Вот это у нас из стеклянной бутылки получилось, но надо было подождать, чтобы немножко остыло. И думаю, стекло бы не лопнуло. А вот у нас, которая в железной форме. Оно такое вот красноватое какое-то. Вот у нас железный тигель, который ничего не стоит. Просто взял из термоса старого. Так, вот теперь вот эту форму надо будет извлечь железки, которые здесь у нас осталось. Горячая еще? А, воду надо, ё-моё, давай воды принесем. Используем эту же железную чашку, чтобы остудить, сразу не догадались. Ну вот уже она и остыла. Вот у нас металлическая крышка. Все уже тепленькое. Сейчас или болгарка, или как-то мы ее тут освободим отсюда. Ну вот у нас, значит, из железной баночки изделие такое получилось. Просто его надо обрабатывать. А это вот из стеклянной банки. Фольга или что тут немножко со стеклом осталось. Мы вот по-моему почистили. Вот такого плана лепешечка. Шайба такие играть.